себе поставил на Ниву сиденье кожаное, смотри. Это, сука, сиденье кожаное поставил. Это сиденье кожаное. Смотри, только что поставил сиденье на Ниву себе. Из кожи дикого вепря, сука, сиденье, блядь, кожаное. Ха-ха, на рыбалку, пацаны, поедем, а? Что на рыбалку, блядь? Вот. Смотри. Значит, прикинь, Маслач, знаешь, сколько сиденья кожаное стоит на Ниву, чел? То есть оно не полностью кожаное, знаешь как? Не так, как ты думаешь, что оно все кожаное, блин. Обратили внимание, что енота в кадре не было. А как вы думаете, из чего сиденья сделаны? А? Не слышал? Да. А это мне сегодня, ну, пришла посылка от девочки Балакламба. Вот, и вот такой пенис маску одел, и вот снял видео с ним, смотри. Ну, я теперь называется скрытный енотик в балаклаве, смотря. Деду, видишь, спасибо, да? За поздравление. Кушаю тортик, смотри, под твой стрим ИК. Слушай, спросить хотел, да. Не гость страшного. Да, что да, я твой стрим ИК смотрю, смарт ТВ лежа на диване. У вас ты мягкий знак ДР же можно? Ну, тебе обнимаю. Можно, тебе так можно, у тебя день рождения, братишка. Приятного аппетита. Наворовал донатов и поставила брыганное сиденье в свой вот бесконец. Если с иглы пробел плюс энтер в чат. Видишь, да? А нет, ты меня не видишь, смотри. Нива хуета полная. Все, тупо сиденье и кожа зал. Смотрите, вот многие думают, что это я и есть. На самом деле, видите, внимательно смотрите. Это пена на видео, я снимал. Я за кадром говорил своим голосом, да? А пена двигал рот, типа это он говорит. Да, это не я, это пена. Я озвучиваю данное видео. Видишь, да? А нет, ты меня не видишь, смотри. Я теперь вообще невидимка, смотри. Да. Я пожилая балаклава. Я был с хай. Смотрите, какую балаклаву мне связала девочка. Смотри. Я теперь называется скрытный енотик в балаклаве, смотри. Видишь, да? А нет, ты меня не видишь, смотри. Смотри. Чем увлекается сейчас молодежь, вот эти безобразия. Ну что, дед, нормально тебе Денис Каляпас, я прописано в прошлом стриме. Эти 150 рублей дурацкую пиццу за отличную. Такой дрянь сейчас молодежь занимается. Вот я взял и отобрал специально. Такая дрянь вот эта. Вот чем увлекается сейчас молодежь, вот этим безобразием, вот этой гадостью отобрал. Вот это, чтобы больше гадость такую не видел. Ты что такое, а? Привет. Такой это дрянь мой первый сейчас донат. Молодежь красивый, занимается. Вот я взял. Жаль, и что отобрал ты звёшь и побоишь за две недели. Такая дрянь. И потом снова вот будешь донаты воровать, как прошлый день Святого Валентина Каблучева. Вот чем увлекается сейчас молодежь вот этим. Все вот эти, кто курит очки, где-то школьники. Ай, здравствуйте, уважаемые куя. Надо, дедушке нравится косулики, ну, сука. Не надо, дедушке. Да, блядь, сука. Я срал на челбум психолога. Опа! 3450D. Ага, блядь, всё, да, сука, блядь? Блядь, Тимида, перестань. Ты слышал, сука? Я не слышал, их маску одевал. Васила. Кушать. Дупа, ляя, гау, сука, ляя. Все, нахуй, я домой. Пошел на... Каю, дупа, и вас, и полы расчел вас. Нихуя себе, пасуха, лупит, дупа, по моим ушам. Вздыхаю, тупо, и вас, и полы расколбас. Нихуя себе, пасуха, лупит, тупо, по моим ушам. Да не, это прикол какой-то, нереально тупо. Ох, начинается вот это блядство, сука. Да, я. Клейка в группе.
Да. Он же сейчас стримит тоже, да? Бля, Катюху то... Фишу, что я лучший стример, это всем понятно. А кто ему непонятно, на нахуй. Да, бан. А вот это уже бан. Выраз. Можешь спеть имени Макич Мафароми. You like me, Кичма Фарми, so anybody, you Фарми, you Кичма Пичма, let's me. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. You like me, Кичма Фарми, so anybody, so Фарми, you Кичма Пичма, let's me. Это что? Это что здесь? Глад отважный, пенис продажный. Чешу. А, глад отважный, денис пройдуха. Нихуя не понял, сука. Да. Вот это, сука, сталкер, да, GSC Game World, это создание сталкера, ну, компания, что создали. Русская игра, русская частная компания, разработчиков известная, в частности, вот сталкер, вот казаки все, да, сука. Вот, место расположения Москва, ебать. Вот, если вы, сука, спорить со мной будете, что типа JC Game World это украинская компания, что сталкер украинцы сделали, всем забаню. Это всем известно, Москва сделали, москвичи и сталкеры сделали. Да. Дата, Москва, Красная площадь, основатель Владимир Пуки. Да. Самара Фильмс представляет, Самара. Yeah, это про BMW. Yeah. BMW, боевая машина Валеры. Быстрая, мощная, самая красивая на свете. Дедушка, здравствуй, доначу первый раз. Напомни, как это перечитал имени Макич Мафароми, Саэри Бади Джаз Фароми. Напомни, пожалуйста, еще из Го, у тебя пол. Бля, я столько что читал, перечитывал, бля. You like me, kitch my far me, so anybody, you far me, you kitch my pitch my, la-la-la-la-la, la-la-la-la, you kitch me, pitch my far me, so anybody, you far me, you kitch my pitch my, let me, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la, you like me, kitch my far me, so anybody, you far me, so anybody, you far me, you kitch my pitch my, let me, la-la-la-la-la, А вы случайно видели такого вот мужчину? Валерий Жмышенко из Самары. А кич-макич на усталость валит с ног, когда молчит дверной звонок фаруми и чайник греет. Внешне запоминающийся у него. Ну, Богданчик ищет. Ребята, честно не знаю, не видно. Хорошего дня вам. Здравствуйте. А вы случайно не видели такого вот мужчину? Валерий Жмышенко из Самары. Приехал на Донбасс, что потерялся. Честно, такого лопоухого не видел. Внешне запоминающийся у него. Сам ты, сука, лопоухий. Стримить мы не бросим. 1-88. Zip-файл. Высокий привет всем нашим в чате. Когда меня уже пришлют вот это? Когда? Когда деду пришлют вот это? А? Да, сука. Где? Где моя эта самая? Почему меня принимают за тебя? А ты не знаешь? Нет, не знаю. Нет, знаешь. Почему все вокруг путают нас с тобой? Мы один человек. Почему меня?
меня принимает за тебя? А ты не знаешь? Нет, не знаю. Нет, знаешь. Это бред, челик. Да, да. Это fake information. 100% ну, не правда. Да, сука. В Красноярске собака украла у школьника сменку. Ну, наконец-то ситуация про собаку и домашнее задание оказалась правдой. Только на видео парень все-таки пытался ее догнать. Однако, если это было перед уроком, наверное, старался он неискренне. И если собаку еще и Богдан звали, то это могло звучать примерно вот так.